Ніколай Маламуш, генерал армії України, руководитель служби внешньої розвідки України 2005-2010 годів, з нами на зв'язі. Обсудимо ситуацію на фронті. Здравствуйте, Ніколай. Доброе утро. Доброе утро, слава Украине. Героям слава. Николай, а как вы оцениваете наступательный потенциал? Есть ли он еще у Российской Федерации, учитывая, что все-таки на Бахмуте остается горячая ситуация? Ну, мы сегодня констатируем, действительно, Российская Федерация не смогла решить те задачи, которые ставила и лично Путин. Уже было не 5, а 16 конкретных сроков захвата Донецкой и Луганской области. Это еще было до прошлого 9 мая, вот до 1 даже января, вот до 24 февраля, до 1 марта, апреля там и тому подобное. То есть он много давал им распоряжений и Шойгу, и начальнику штаба Герасимову, и лично Пригожину. То есть эти все сроки провалены. Вот Россия все-таки пытается выполнить эту задачу, но уже как бы не имея стратегических сил и средств, что самое важное, что они выдыхаются и выдохлись стратегически. Мы подорвали практически оборонную мощь российской армии, особенно профессиональную часть и наемников, которые были боеспособны, которые могли вести активные боевые действия в любых точках мира, даже в Сирии там они активно используя ВДВ, десантно-штурмовые войска и морскую пехоту. На Украине, в Украине они провалились. Поэтому в данной ситуации они еще пытаются подтянуть несколько боеспособных частей, вот, например, дивизию ВДВ, чтобы все-таки захватить Бахмут, возможно, продвинуться в направлении Авдеевка, Маринка, Лиман, держать именно более упорно направление Сватово-Кремена. Я не думаю, что мы сейчас начнем наступательные операции. Вот поэтому как бы идет определенный паритет, но мы уже имеем потенциальные перспективы и перевес. Все то, что они могли уже бросить, сюда не бросили. Вот, уничтожение ежедневно от 500 до 1100 человек – это фактически обесценивание всех сил Российской Федерации, не только на этом направлении, а в целом тех сил, которые они бросают на войну в Украине. Вот сейчас как раз уже мы можем констатировать реально факт, то, что уже Россия, и которая намечала буквально последние месяцы провести системные наступательные операции, и не только на Донецком, на Луганском направлении, на Запорожском, да, направлении планировали ряд ударов. Это все уже провалилось. Перспектив там уже нет. Но есть локальные задачи, которые она пытается все-таки выполнить. Это захватить Бахмут, примерно Авдеевку, возможно, еще несколько населенных пунктов. Для чего? Самое важное, что Путин сейчас теряет именно фактически свое лицо. Он уже много раз и его команды заявляли, что уже Донецкая область практически оккупирована. Бахмут давно захвачен. Этого нет. Для него это уже момент истины лично. Он уже дает каждый день распоряжение, какие силы еще дополнительно бросить. Требует под угрозой увольнения своих командующих. То есть ничего не получается. Стойко стоит армия, и он уже, я прямо скажу, в некоторой ситуации в состоянии прострации. Не понимает, как это может быть. Все силы, все средства, тем более меняя тактику нанесения уже ударов авиации, термобарическими зарядами. Это как бы уничтожает все то, что есть живое. И тем более, в первую очередь, помещения, наши укрепленные районы, но наши бойцы и командиры стоят. Мало того, они проводят и контрудары, контратаки, и дальше, самое главное, уничтожают все силы и средства, не только живую силу, а и огневые средства, склады, боеприпасы, то есть именно те резервы, которые они могут еще задействовать для наступательных операций. То есть этот этап, я считаю, они проиграли. Они сейчас уже боятся наших контрнаступлений. По ряду регионов уже идет эвакуация или готовится к бегству. Но это в первую очередь цивильное население или представители спецслужб, которые там проводили репрессивные действия. А военные тут уже не понимают, какая будет перспектива у них на фронте. Российские военные, скорее всего, думают, что они будут уничтожены. И радиоперехват, который мы ежедневно делаем, говорит об этом, что и не только бойцы, но и командиры уже понимают, что выиграть что-то невозможно. Да, Путин там планирует какие-то новые резервы, но это уже на более дальнюю перспективу. Это мобилизации, это подтягивание новых систем вооружения через активизацию ВПК, закупка именно возврат из-за рубежа определенной техники, которую они поставляли странам. Но для этого нужно 5-6 месяцев и, конечно, условия, что мы не начнем наступательные операции. Мы им этих шансов не дадим, поэтому сегодня мы будем говорить о том, что
стратегическая наступательная операция провалилась, тактическое направление еще будут работать, направление все бросать большие силы. Николай Григорьевич, также добавлю, что россияне, российские оккупанты усилили артиллерийские обстрелы на юге Украины. Они продолжают использовать управляемые авиационные бомбы для ударов по гражданской инфраструктуре, о чем сообщают, в частности, в Американском институте изучения войны. Также, по данным института, армия Российской Федерации возобновила практику применения зенитно-ракетных комплексов С-300 для поражения наземных целей в глубине украинского тыла. Только за последние двое суток из них нанесли более 25 ударов по Запорожской и Николаевской области. Кроме того, по информации аналитиков, российские войска усиливают свои линии обороны на юге, готовясь к возможному украинскому контрнаступлению. В частности, они роют траншеи, минируют территорию, принудительно эвакуируют жителей Энергодара, а это Запорожская атомная, я напомню, и усиливают практику хищения частного имущества во время своего выезда. Вот тут хотелось бы уточнить по поводу юга. Понятно, такое сосредоточение, да, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Соответственно, практика ударов С-300 переделывают, по сути, это ракеты ПВО, которые переделывают по классу земля-земля и стреляют по гражданской инфраструктуре. Какая сверхзадача в этом, кроме террора гражданского населения и бесцеремонного убийства гражданских? В первую очередь, противник видит, что он ничего не может сделать. Предполагаю, что мы будем наступать и на юге. Это одно из стратегических направлений, где они считают, что мы начнем нашу наступательную операцию. А это фактически более важное направление, да, чем восток. Потому что мы практически уничтожаем коридор и, так сказать, по отступающим частям, по их, так сказать, следам можем идти на Крым и заходить в Крым. Поэтому для них это чрезвычайно важно в плане, так сказать, удержать позиции и не допустить наших активных действий по освобождению юга. Поэтому все эти укрепления, усиление и огневых средств, хотя часть и огневых средств, и боеприпасов перебросили на Бахмутское направление, на Авдеевское, потому что там их недостаточно. Но в любом случае Мелитополь, они пытаются держать, укреплять позиции. Но почему стреляют? Вот это очень важно. В данной ситуации им нужно убрать тыловую инфраструктуру, чтобы не было поддержки войск в этой ситуации. Вторая составляющая – это, конечно, дальше терроризировать. Политика сегодня России – террориста. Мы видим, как они уничтожают детей, даже вот вагнеровцы это демонстрируют. Но это делается по всем направлениям. Просто-напросто уничтожать мирное население, инфраструктуру, жилые помещения – это и месть. А с другой стороны, конечно, попытка, чтобы именно люди, которые будут страждать, они пытались протестовать против войны, где-то действовать в плане поддержки каких-то пацифистских сил, то есть те, которые звучат сегодня на разных международных площадках, особенно Китая, например, Бразилии, там ряд других лидеров предлагают такие варианты. Ну и чтобы внутренняя какая-то была оппозиция, которая требовала бы мира, но тут уже Россия готова представить свои условия и на своих условиях соглашаться на какие-то переговоры. Такой вариант не проходит, но Россия избрала эту тактику, она тупо ее действует. Сначала обстреливала всю Украину, теперь пытается как раз создать террор там, где она может массово, потому что больших возможностей ракет баллистического типа, чтобы накрывать всю Украину, нет. Хотя они могут повторять это все периодически, но при фронтовых зонах у них есть возможность. И это грады, ураганы, смерчи, которые бьют на 40-50 километров, и С-300, которые бьют на 100-150 до 200 километров некоторые типы, которые действительно организовывают террор. И, конечно, защищают наш тыл, считая, что там находятся и базы наших войск, и склады, боеприпасы, возможно, пункты реабилитации наших военных, ну и, конечно, по гражданским, для того, чтобы именно посеять эту панику, о которой мы говорим. Но это не удается. Наоборот, люди поднимаются против. Это еще больше активизирует на противостояние и уже такое настроение быстрее их уничтожать и гнать с нашей территории. Это Путин не понимает, что своими действиями террора вызывает еще больше озлобленность людей, еще больше концентрации усилий наших войск на то, чтобы и наступательные операции были быстрее, и помстить, прямо отомстить им. Это уже конкретно звучит среди бойцов, командиров. А международный, так сказать, формат наших союзников показывает, что они решительно готовы поддержать именно
наши силы, уже поддерживают не просто наши усилия в войне, а борьбе с террористом. Это очень важно. По всем показателям Россия действует как страна-террорист, и начиная от Путина-организатора, заканчивая конкретными российскими представителями различных структур, которые совершают акты террора в отношении конкретных лиц, включая детей. И тут еще важно понимать об усилении ЧВК Вагнера, потому что вот аналитики Института изучения войны делают такие выводы, что несмотря на напряженность между российскими Минобороны и основателем частной военной компании Вагнера Евгением Пригожиным, боевики группы получают современное вооружение для захвата города Бахмут. И также замечены были и танки Т-70. И, конечно же, есть еще информация о том, она еще требует, конечно же, подтверждения, что ЧВК «Вагнер» усиливают живой силой и уже не зэками, да, не осужденными, а мобилизованными. Вот как вы видите, на что это может повлиять? И, кстати, о контрнаступлении, если все-таки так произойдет, что, ну, потому что мы видим, они действуют как в Грозном, да, уничтожая полностью и дома, и тут такая выжженная земля получается. И если влияет это на контрнаступление украинских сил, как вы видите, такое усиление Вагнера и то, как они сейчас ведут бои? После обещаний Шойгу и Герасимова, начальника Генштаба России, захватить Бахмут, Авдеевку, Угледар, вот и другие регионы Донецкой области, и снова провал, вот опять вернулись к вагнеровцам. Пригожин неоднократно говорил, что он готов выполнить задачу. Локально он продвигался там сотни метров в угле, как раз и в Угледаре, когда мы говорили, пробовали они делать направление, но их выбили оттуда. Основная сила переброшена была под Бахмут, и тут они врезаются в нашу оборону, показывают какую-то эффективность. Поэтому Путин опять обратился к тому, чтобы объединить силы вагнеровцев, укрепив их тремя бригадами, но уже наемники, которые они собрали даже за рубежа, где они раньше были, часть это было завербованных и обученных уже в России и на территории оккупированных областей. И они сегодня стянули эти три бригады под Бахмут. В этой же ситуации решили действовать еще центрово, подтянули и воздушно-десантные войска, вернув командующего этими войсками, которые более эффективны, для того, чтобы именно спецназы, спецподразделения решили задачи по захвату Бахмута, в первую очередь, потому что я еще раз подчеркиваю, это уже элемент амбиций самого Путина. И он не может их реализовать. Он даже не сколько имеет уже Бахмут стратегическую ценность, сколько его, то, что он не может решить локальную задачу. А это провал на стратегическом уровне. Это больше уже стало политический вопрос. Поэтому все туда брошено. И, конечно, уже дал команду помириться с военными, усилив ВДВ и Вагнер, свел вместе их уже непосредственно. И вот сейчас они усилили авиационную составляющую. Танки Т-90, уже это новейшие танки. Их немного, но они передали вагнеровцам боеприпасы, включая термобарические. Вот изменив и не только инфраструктуру, а усилив последними профессиональными частями, новейшими вооружениями и зарядами, и усилив авиационное направление. Вот сейчас как раз вот эта тактика выжженной земли в действии. Они сейчас пытаются все смести, и уже этими, как они говорят, эффективными военными подразделениями заоккупировать территорию Бахмута. Но наши бойцы это все знают, стоят очень четко, эту тактику видят, секторально их уничтожают. Я думаю, что им не удастся продвинуться в каком-то стратегическом направлении, но с другой стороны мы все равно уже вот этот последний резерв систематически уничтожаем. Вот буквально и вчера мы общались с нашими бойцами, командирами, мы уже понимаем, где они применяют тактику отдельных групп, мы их ожидаем и наносим удары. И минометными средствами, и артиллерийскими, и снайперскими группами. Это действует очень эффективно. И второй момент в отношении стратегии наступления. Да, мы тут можем концентрировать основные усилия на обороне и параллельно готовить в других секторах, это дело Генштаба, для проведения наступательных операций. Время наступает. Президент Зеленский вчера сказал, что именно где-то еще недостаточно эффективно идет поставка вооружения, техники, но в ближайшее время будет последний Рамштайн. Я думаю, все графики доработаны. Мы получим силы, средства в полном объеме. Уже фактически завершаем
И это будет перспектива для очень мощных наступательных операций освобождения наших территорий.